Приветствую вас на своем канале «Вкусняшки по-домашнему». И сегодня мы будем готовить одну из вкусняшек. Это пирожная картошка. И для этого нам понадобятся следующие продукты. Ну, непосредственно печенье. Сегодня мы взяли топленое с молоком. 100 грамм масла. 100 грамм какао. Почти целая баночка сгущенки. И кокосовая стружка для украшения. Давайте начнем. Сначала мы измельчаем наше печенье в мелкую крошку. Мы растопили масло. Добавляем масло в какао. И размешиваем это все до однородной массы. Вот такая однородная масса у нас получилась. И мы ее пока отставляем. Добавляем наше какао с маслом в наше печенье. Так. И сверху добавляем сгущенное молоко. Вот как красиво у нас получается. Дальше все это нужно тщательно перемешать. У нас получилась вот такая, ну, достаточно однородная масса. И сейчас мы будем формировать наши пирожные. Берем небольшое количество и начинаем их скатывать. Тесто хорошо катается довольно. Формируем пирожное. Именно как классическая картошка должно оно получиться. Вот такой формы. Сейчас мы обваляем наше пирожное в кокосовой стружке и затем выкладываем на пергаментную бумагу. Из одной упаковки 400-граммовой пачки печенья у нас получилось вот такое количество пирожных. А именно, у нас получилось 11 штучек. Сейчас мы эти пироженки должны положить в холодильник на 30 минут. Наше пирожное немножечко охладилось. И сейчас мы его разрежем. Посмотрим, что у нас получилось. Вообще нужно сказать, что пирожное картошку мало чем можно испортить. Попробуем. Оно у нас всегда получается. Отрежем небольшой кусочек. Вкусное, как, впрочем, и всегда. Если рецепт вам понравился, ставьте лайк. Если вы готовите по-другому, посыпаете чем-то другим, напишите нам в комментариях. С вами был канал «Вкусняшки по-домашнему». Готовьте с нами, подписывайтесь. Будем готовить вместе. До новых встреч!